Здорово всем, ребята, Кента пока на проводе, и сегодня я не один, со мной... Я Киллятор Кента 228. Ой-ой-ой, дружище, с тобой все в порядке? Короче, ребята, прямо с начала данного видео поставьте лайк и подпишитесь на канал Кента ПК. Я прав? Нет. В смысле не прав? Я прав. Ребят, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Играем ровно до 8. Играем на что? На что мы играем? На керамбит голд твой. На мой керамбит голд? Играем на всю карту, играем до 8. И кажись, он меня обходил. Ребят, я слышу шаги, он где-то тут рядом. Ё-моё. А ну иди сюда, нечистая сила. Ща я тебе задницу надеру. А, бомбу заплейдил. Так, давай, ну чё, рассказывай, как давно? Как давно ты играешь в стендов? Фу. Хочешь топовый инвентарь, но нету денег? Заходи на CityDrop, открывай бесплатные кейсы каждые 3 часа и выигрывай дорогие скины. Быстрый вывод, моментальное пополнение и множество режимов. Промокод Кент умножает сумму в 2 раза. CityDrop — это мой выбор. Заходи и выигрывай. Ссылка в описании. У меня лаг залагало. В смысле? В смысле залагало? Все нормально было. Давай без этих отговорок. У меня залагало, я тебе говорю. Да? Слушай, я вижу это ник TheFix, правильно? Да. TheFix, расскажи, почему ты мне в ВК писал, мол, я нуб, я говно, мол, годуэль, засал и так далее, и прочее неадекватное сообщение. Зачем ты это делал? Признавайся. Так потому я видел твои стримы, ты тупорак, просто. А почему я тогда тебя выигрываю? Я же говорю, лагает. А, лагает, какой у тебя пинг? А, 97. Оптимизация. Охренеть. В смысле? Последний патрон убил. Патроны закончились. Патроны закончились? Так ничего страшного бывает. Так, ну что, пока что как-то изи, 2-0. Чё-то вообще даже слишком легко. Сейчас ты будешь изи. Я буду изи? TheFix, ты мне писал в ВК, что ты киберспортсмен, это правда? Конечно. Как давно ты в киберспорте? 17 лет. Какие 17 лет? Тебе от силы максимум лет 13. Так, у меня микрофон такой просто. Я понял. А сколько тебе лет? 24. Я понял, 24 года. Ну да, ты уже взрослый мужик, да? Ну да. Слушай. Повзрослее, чем ты, конечно. Слушай, а ты мог бы показать свой керамбит? Просто мне так интересно. Мы же рамный керамбит. Где он у тебя? Ну да. Давай, подожди, что не убивай. Где он? Где керамбит, алло? А он на втором аккаунте, короче. Это типа я бущу аккаунт. А. Вот. Подожди, только ты отвечаешь на пацана, что у тебя есть керамбит голд на втором аккаунте? Ты чё? Ты же... Ну ладно, это было нечестно, может один раз меня тоже убить. Ну боже, ты отвечаешь, что у тебя есть керамбит голд? По-серьезски только. Да, я без рофлов, у меня есть. Да? Я был. Слушай, тебе 24 года, правильно? Ну да. Такой вопрос, а сколько будет 2 плюс 2 умножить на 2? Сколько? 2 4? Плюс 2 умножить на 2? 4? Да, 4. Так, ладно, продолжаем дальше. Ё-моё. Ой. Я не успел. А, это ж ты меня должен был убить в этом раунде. Блин, я перепутал. Да ты чё? Ты вообще нечестно играешь. Ну давай, убивай меня этот раунд. Окей, я тебя убил один раз на ножах. Давай, ты тоже можешь меня убить. Ну самое главное, что керамбит голд есть, я прав? Да. Ну ты прям вот 100% отвечаешь. 100%, 200%. Да. 1000%. Окей, если у тебя нету керамбита голд, если вдруг, мало ли, то ты будешь цибулькой до конца жизни, понял? Давай, убивай меня. Опа. На! Ты чё так смеешься? Нормально я смеюсь, чё ты? Слушай, ты там, ну, ничего дома не выпил? Мало ли там мама оставила какую-то жидкость, ты её выпил и теперь немножко опьянел. Такое может быть? Не. И, кстати, а чё ты всё время бегаешь только на Б, если мы играем на всю карту? Ну, чё? Ну, просто так, интересно. Я не знаю. Не знаю, да? Просто.
Какой туалет? Блин, с тобой точно все в порядке? Ну, честно, у меня такие вот подозрения, что ты чем-то злоупотребляешь. Не знаю, возможно, детского шампанского перепил или еще чего-то. Ну, я пил сегодня немножко. Не... У тебя ВХ? А, так ты пил? Да. Так, подожди, так ты пил, получается, сегодня. Ну, чуть-чуть, чуть-чуть. Немножко, после. Подожди, а ты пил, потому что учеба, типа, настала, да? Ну, типа, тяжелые времена, да? Учеба в школе, да? Угу. А если ты учишься в школе, то почему тебе 24 года? Опа, кое-кто спалился. В смысле? Ну давай, признавайся. Ты где учишься? В дому. В каком дому? Ты сказал в школе. Неправда. Неправда. Я понял. Короче, ты уже забыл то, что ты сказал 5 минут назад, да? Наверное. Ну ладно, играем дальше. Окей. 6-1. Я побеждаю. Самое главное, керамбит гол. Ты же умеешь, надеюсь? Ты же знаешь, что такое керамбит гол? Ты же меня не обманываешь, надеюсь? Конечно, он такой желтый. Ну окей. Опа! Опа! Америка, Европа, Азия, Евразия. Что за безобразие? Опа! Твое безобразие. 7-1, вот это я понимаю. Батька Кен пришел и поставил на место злого, пьяного, агрессивного школьника, которого 24 года. Чего? Давай, погнали. Ты понимаешь, когда работает киборг вроде меня, то тут бесполезно. 7-1, ну что, ты сейчас будешь делать камбэк, наверное? Конечно. Ну давай, жду камбэк. Туалет? Какой туалет? Камбэк! Я слышу. Подожди! А как ты меня обошел? Охренеть можно! Я думал, ты на А. Офигеть просто! Вот это хитрый школьник! 24-летний школьник хитрый. Так, слышишь, ядрыть, колотить! О, да, детка. Ну шо, братанчик? Давай. Ща обезврежу бомбу, и я буду получать мой любимый керамбитик. Да блин! Чё это... да блин? Давай! Я ещё, всё, давай, никаких отговорок! Тише, всё, никаких отговорок! Я захожу на рынок, ставлю на закупку, и ты прямо сейчас должен продать керамбит голд. Ты готов? Конечно! Ну чё, братанчик, убийца кента, как ты говорил, поздравляю тебя, потому что ты проиграл керамбит голд! Ну чё, будешь отдавать? Ну да, давай. Давай, окей, я сейчас захожу на рынок. Давай, надеюсь, ты уже готов. Конечно, давай. Давай. Ой, что-то мне плохо немножко. Что? Да. Алло, ты тут? Ай-яй-яй. Что с тобой? Болит, вызывай скорую. Какую скорую, алло? Братан, что с тобой? Ты мне еще керамбит голд должен, не умирай! Палец ноги болит. Чего? Ты офигел? Палец на ноге болит? Не болит, не дам я тебе керамбит голд. Нету у меня его. Да, пока, лох. Офигеть, ребята! Я, конечно, извиняюсь, я всякое ожидал от школьников, но это самый наглый школьник за всю мою историю видео со всеми школьниками. Как можно быть настолько наглым? Я не знаю, ребят, у меня нет слов. Не знаю, ну хоть вы меня поддержите лайками, поставьте огромный лайк, подпишитесь на мой канал, напишите хороший комментарий, мне реально будет очень приятно. Эх, ну что же, на этой печальной или хорошей или веселой ноте мы заканчиваем. С вами был Кент АПК и школьник, который, как обычно, меня обманул. Всем удачи и всем пока.